Добрый день, дорогие друзья! Сегодня среда, это значит, что мы продолжаем марафон возможностей НГЛУ, и сегодня мы продолжаем знакомство с Высшей школой социальных наук, и сегодня день как раз-таки посвящен знакомству с выдающимися студентами этой высшей школы. Сегодня у нас с вами будет 4 гостя с разными судьбами, которые построили свою успешную судьбу и карьеру благодаря обучению в лингвистическом университете. И сейчас мне хотелось бы начать с человека, который у нас уже давно обучается на программах бакалавриата, как раз вы ее недавно закончили, да? Любовь Апшолова – это человек, который закончил университет по направлению туризм и гостеприимство. Здравствуйте, Любовь! Здравствуйте! И как раз-таки, насколько вот я вижу по социальным сетям, да, уникальная профессиональная карьерная траектория, о которой мы сейчас поговорим. Любовь, расскажите, пожалуйста, почему именно вы выбрали направление туризма? На самом деле это не я его выбрала, а он выбрал меня. Так получилось, что это не то направление, на которое я планировала поступать, но поступив на него, не пожалела ни одной секунды своей жизни. Потому что те возможности, которые это направление открыло передо мной, те перспективы, которые я получила, они действительно бесконечные. Я успела путешествовать по стране бесплатно, спроектировать множество маршрутов, которые внедряются в различных регионах России. И в целом приношу людям мир и праздник каждый день. Действительно новое, так скажем, да, это направление, потому что и Высшая школа социальных наук у нас, как вы уже узнали в рамках нашей рубрики, довольно новая высшая школа, которая появилась в нашем университете, и, я бы сказал, довольно новое направление деятельности, да, вообще туризм, особенно внутренний туризм, да. Скажите, пожалуйста, вот на выставках, когда мы работали, у многих родителей возникало опасение, да, туризм. Куда пойти после этого? На какую специальность? Куда трудоустраиваются выпускники? Да, на самом деле опасений, связанных с туризмом, достаточно много. У многих до сих пор есть ощущение, что туризм – это исключительно походы с палатками в горы, мытье в реке и все такое. На самом деле туризм – это большая сфера, в которую входят и развлечения, и рестораны, гостиницы, и всевозможные отели, это и транспорт. Можно быть туроператором, проектировать маршрут самостоятельно. На самом деле есть чем заняться, я даже вам скажу. На какую бы работу ни пошли, скорее всего, она с туризмом так или иначе будет связана. Поэтому не переживайте, туризм – это еще и очень перспективная работа, и к тому же высокооплачиваемая, надо признать. Ну, то есть это направление, которое включает в себя такую сферу управления, сферу организации и менеджмента, да? Да, на самом деле она включает большое количество элементов в себя, это управление, как вы сказали. Mm-hmm. Это не полностью гуманитарное направление, оно также частично экономическое, поэтому к этому тоже нужно быть готовым. Наверное, даже бизнес, да, тематика здесь? Да, бизнес здесь очень хорошо подходит, на самом деле, да. Но знание языков, на самом деле, является нашим преимуществом, как выпускников НГЛУ. А как мы говорим всегда в наших эфирах, да, у нас на направлении, на всех подготовке изучаются 3 иностранных языка. Какие языки учили вы? Я учила английский, турецкий и испанский язык. Английский, понятно, я даже не спрашиваю, у вас, безусловно, пригодился в вашей работе, да, на вашей практике, а вот турецкий язык когда-то вам пригодился? Вот турецкий, к сожалению, пока применить не пришлось, но я надеюсь, что в скором времени пригодится. Любовь, расскажите, пожалуйста, здесь хотел бы еще уточнить, акцентировать внимание на таком направлении, как, да, вот у нас туризм разбивается на 2 сектора, это частный, да, то есть это частный бизнес идет, да, и государственный, да, вы в какой больше сфере работаете, работали и проходили практику? На самом деле я успела побывать везде. Я проходила практику и в отделе туризма при администрации, и у туроператора, и в гостинице успела поработать, и на предприятии непосредственно, которое реализует, например, филигрань, казаковская филигрань, это уже прям такие народные промыслы. Ну, а если говорить по работе, я успела поработать на фестивале Таврида Арт в 2023 году как экскурсовод-переводчик на Всемирном фестивале молодежи, и я работала как представитель программы «Больше, чем путешествие», это программа «Росмолодежь», поэтому везде можно себя найти. То есть такой большой опыт у вас уже, да, учитывая то, что вы буквально в прошлом году выпустились, да, из нашего университета и поступили в магистратуру, да? Конечно. А на какое направление? На рекламу и связь с общественностью.
То есть это как уже некое дополнение, так скажем, да? Да, потому что продавать себя, свои услуги никогда не будет лишним. Ну и к тому же у нас замечательный преподаватель не смогла уйти. Любовь, расскажите, пожалуйста, вы за столь, так скажем, непродолжительный, да, период работы уже имеете большой опыт в организации мероприятий, да, в проведении как раз-таки туристических мероприятий, организации туристических делегаций, да. А что самое сложное? Я так понимаю, что ваша деятельность связана тоже, так как вы изучаете иностранные языки, преимущественно с иностранной, да, аудиторией. Mm-hmm. Что самое сложное? Самое сложное – это донести эмоцию. Туризм – это в первую очередь сфера эмоций. И вот это желание сделать отдых человека наиболее прекрасным, желание сделать так, чтобы он запомнил этот отдых надолго – это действительно тяжело, но поверьте, когда у вас это получится, оно действительно того стоит. Любовь, мы предварительно раскроем небольшой секрет с Мариной Владимировной, с вашим деканом, да, разговаривали о вас, да, когда готовились к эфиру. Расскажите, пожалуйста, да, здесь вы занимаетесь не только практикой, да, но и научной тематикой, научной сферой. Расскажите, пожалуйста, о научном потенциале, да, я так понимаю, здесь уже точно наука не со стороны теории рассматривается, а со стороны именно практики, потому что здесь по-другому у нас быть не может. Какой научный опыт по сфере туризма, может быть, уже по сфере рекламы у вас есть? Да, за время обучения в бакалавриате я успела написать, насколько я помню, 6 статей опубликовать, по большей части по сфере именно экскурсий, потому что это моя основная деятельность сейчас, в основном по геймификации, то есть игрификации экскурсий, но также я изучала и этнографический туризм, то есть связан с нашими бесчисленными народами Нижегородской области, с проектированием маршрутов, поэтому действительно, в первую очередь, конечно, прежде чем приступать к практической деятельности, необходимо изучить как следует теорию. Да, действительно, туризм – это очень практикоориентированное направление. Будьте готовы к тому, что уже с первого курса вы будете полностью погружены в тематику конкурсов, написание всевозможных проектов. Это действительно и тяжело, и прекрасно. И, например, я писала работу «Стартап» выпускную квалификационную. Мы ее писали совместно с… Я писала совместно с ребятами еще с двух направлений – с рекламы и с перевода. Это было тяжело, это было необычно. Работа вышла на 165 страниц, но мы смогли, мы это сделали, и такая научная часть очень хорошо сплелась с практической работой, потому что результаты нашей работы были внедрены в работу предприятия и сейчас активно реализуются. Действительно, большой потенциал, большой опыт, который постепенно развивается и приводит к большому успеху, к которому вы стремитесь. Любовь, вы пару раз упомянули, да, такое мероприятие, как Таврида Арт и ВФМ. Это два мероприятия, где вы, можно сказать, стажировались, да, и уже работали в полностью вашей среде, в вашей сфере. Расскажите буквально пару слов о том, вообще, как это было, с кем вы работали, как вы туда вообще попали, как туда пройти отбор. В мае прошлого года я стала членом профессионального общества Всероссийского гидов экскурсоводов «Проводники смысла» программ «Больше, чем путешествия». И данное сообщество реализует программу по интеграции экскурсионных маршрутов, по интеграции «Больше, чем путешествия» в фестивали и форумы различные. Например, как это произошло сейчас в выставке форума России. А первый опыт был именно Таврида Арт. Мы проходили отбор, нас отбирали по нашим самым лучшим качествам, мы действительно проводили тестовые экскурсии, писали их, и участники Таврида Арт ходили на наши экскурсии буквально с рассвета до самой поздней ночи. Я, например, проводила экскурсию рассветную в 5 часов утра, чем очень сильно горжусь, конечно. То есть такая прожарка сразу, да? Конечно, прожарка. А на ВФМ отбор был гораздо жестче. Нас отбирали среди 6 тысяч участников, отобрали 300 человек со всей страны, и меня отобрали как гид-переводчика с английским языком, и я работала с иностранцами преимущественно. Так получилось с африканцами, но тем не менее у нас вышла достаточно продуктивная работа. Мы смогли показать город молодежи мира и всемирный аэропорт, всемирный фестиваль молодежи, так как это задумали организаторы.
действительно потрясающий опыт, да, который вызывает непередаваемые эмоции и ощущения, который действительно помогает в будущем, да, уже при дальнейшем трудоустройстве и при дальнейшей реализации себя. Любовь, в завершение, давайте с вами вот так прикинем, мы назовем 5 качеств, которыми должен обладать студент, который обучается по направлению туризм или организация туристического бизнеса и в этом русле. В первую очередь, я считаю, что это эмпатия. Человек должен понимать человека. Во втором случае, это коммуникабельность. Опять-таки, работа с людьми предполагает, что вы умеете с ними общаться. Но не бойтесь, если вы не умеете, нас тут всего научат. Все хорошо будет. Третье качество, я считаю, что это чувство юмора. Без чувства юмора в нашей жизни никуда. Если вы можете поддерживать позитивное отношение к жизни, то ваши туристы, например, экскурсанты в моем случае, тоже этим чувством попитаются. Четвертое, я думаю, что это стрессоустойчивость. Потому что работа с людьми, конечно, хоть иногда тяжелая, но действительно она эмоциональная, ну и финансово, признать, что же такое, себя окупает. И пятое качество, которое необходимо для студента будущего, надеемся, направления туризм, это авантюризм. Куда же без этого? Будьте готовы, что перед вами откроются бесконечные возможности для будущих путешествий, и вы всегда будете готовы на них сорваться буквально с рюкзаком куда-нибудь на другой край света. Действительно, без авантюризма в нашей жизни практически в любом направлении никуда, ведь он открывает путь к новым возможностям и новому успеху. Ну что ж, Любовь, благодарим вас за такое яркое представление вашей жизнедеятельности и направления туризма и гостеприимства Нижегородского государственного лингвистического университета имени Николая Александровича Добролюбова. Дорогие друзья, мы прощаемся с Любовью, но наша рубрика продолжается, и уже буквально через пару минут мы с вами погрузимся в такое направление, как реклама и связи с общественностью. Остаемся на связи. Хочешь получить качественное образование? Хочешь вести активный образ жизни и участвовать в мероприятиях регионального, федерального и международных масштабов? Хочешь получить максимум от студенческой жизни? Тогда Высшая школа социальных наук – это твой выбор. Высшая школа социальных наук объединяет 5 направлений социально-экономической деятельности – реклама и связи с общественностью, туризм, экономика, менеджмент, а также государственное и муниципальное управление. Образовательный процесс ведется высококвалифицированными профессионалами, кандидатами и докторами наук, практиками, специализирующимися в соответствующих областях профессионального знания. Если ты иностранный студент, то у тебя есть уникальная возможность реализовать свои проекты, улучшить знания русского языка в постоянном, дружеском и творческом общении, а также получить самые разные навыки для дальнейшего карьерного роста. В высшей школе работают 4 кафедры – кафедра рекламы и связи с общественностью и туризма, кафедра философии, социологии и теории социальной коммуникации, кафедра международного менеджмента и управления, а также кафедра мировой экономики и информатики. Преподаватели кафедр ведут активную научную и научно-методическую работу, руководят научно-исследовательской деятельностью студентов. В современных условиях цифровой трансформации университет ориентирован на оказание комплексной поддержки студентам по вопросам дальнейшего трудоустройства. Для выпускников Высшей школы социальных наук с высоким уровнем владения как минимум 2 языками открывают свои двери крупные компании Нижнего Новгорода, области и других регионов России, а также транснациональные организации и корпорации. Делай правильный выбор. Поступай учиться в Высшую школу социальных наук Нижегородского государственного лингвистического университета имени Николая Александровича Добролюбова. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу рубрику «Глазами студента». И прямо сейчас мы погружаемся в сферу такого направления, как реклама и связи с общественностью. Сегодня вместе с нами наш второй представитель Высшей школы социальных наук Дарья Кондракова. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы с вами поговорим о таком перспективном направлении, которое также рассматривается с точки зрения государственного сектора и с точки зрения бизнес-сектора. Это реклама и связи с общественностью.
Дарья, расскажите, пожалуйста, реклама связи с общественностью довольно перспективное и довольно, я бы сказал, широкое направление, да? Несмотря на то, что оно такое новое, расскажите, пожалуйста, вообще востребовано ли оно и насколько оно востребовано? Да, профессии в области рекламы связи с общественностью довольно востребованы в современном мире. С развитием интернета и социальных сетей, получается, компании все больше осознают важность эффективного продвижения продуктов или услуг, а также управления своим имиджем. Специалисты по рекламе и пиар помогают создавать и поддерживать положительное восприятие бренда, также проводить маркетинговые кампании, устанавливать связь с аудиторией. И поэтому специалисты в этой области имеют хорошие перспективы в трудоустройствах и могут востребоваться в разных областях. Дарья, как я уже сказал в самом начале, да, нашего с вами разговора, у нас в университете программа рекламы и связи с общественностью делится на два сектора уже практически начиная с первого курса. Это реклама и связь с общественностью в коммерческой структуре, да, это бизнес-тематика, и реклама и связь с общественностью в государственном секторе. Расскажите, пожалуйста, на каком направлении учитесь вы и в чем вообще практическое отличие, да, этих двух направлений? На третьем курсе я выбрала государственное муниципальное управление. Конечно, разница есть, так как коммерческая сфера, реклама направлена на более продвижение товаров и услуг, формирование положительного образа, также увеличение продаж, а уже государственное муниципальное управление, реклама и связь с общественностью направлены на информирование общественности о деятельности государственных органов, также это проведение образовательных кампаний, пропаганда изменений в законодательстве и правительственных программ. Я выбрала государственное муниципальное управление, потому что мне очень интересно узнать, как эти инструменты могут влиять на формирование общественного мнения, взаимодействие с различными социальными группами и влияние на политические процессы. Действительно, очень интересное направление, да, которое позволяет, я так думаю, что в любом случае, тот даже, кто закончил государственный сектор, он может работать в секторе, конечно, коммерции, потому что, в принципе, практически одинаковые, да, все равно стратегии продвижения есть, безусловно, различия, но здесь у нас открывается большое количество пространства для возможностей, и практически в любую сферу можно трудоустроиться, потому что практически в любом предприятии, в любой организации нужен человек, который занимается продвижением, пиаром и раскручиванием так называемого бренда. Дарья, расскажите, пожалуйста, вы учитесь на каком курсе? На третьем. На третьем. У вас с какого курса начинаются практики? Первого. С первого курса. Вы уже, наверное, много где успели побывать, да, где вы проходили практики? Три раза практику в трех разных компаниях. Я проходила и в корпоративной культуре компании, и в рекламном агентстве. В этом году я уже побывала на государственном предприятии. За все время практик я получила много, научилась много новому. Например, это работать в графических редакторах, таких как Adobe Photoshop, Figma, что помогает мне работать над рекламными материалами. Также научилась создавать сайты, новостные статьи, работая в программе Tilda. И я считаю, что практики — это большая возможность научиться чему-то новому, и это действительно очень хороший опыт для студентов. Угу. Да, действительно. А расскажите вот по-честному, сложно учиться? Мне учеба дается очень легко, все дисциплины на моем направлении очень интересные и увлекательные. На парах мы изучаем, как создавать привлекательные кампании, формировать положительный образ, влиять на общественное мнение. И значительную часть учебного процесса от студентов требуется творческое мышление, аналитические навыки и умение работать в команде. А буквально здесь мы остановимся, да, вот на моменте обучения. Я знаю, что в Высшей школе социальных наук большое количество, я бы даже сказал, большее количество преподавателей — это преподаватели практики, да, которые у нас работают как в университете, так и непосредственно осуществляют деятельность, да, в каких-то крупных областных, региональных, да, организациях, будучи специалистами высокого класса. Верно? Конечно, да. Дарья, расскажите, пожалуйста, вот сейчас мы немного отойдем
в нашем разговоре от учебы, да, мы с вами предварительно, да, общались перед эфиром, вы сказали, что вы занимаетесь танцами, да, да, помимо обучения. Расскажите, пожалуйста, не мешает ли сочетать, да, вот, так скажем, я так понимаю, у вас профессиональная танцевальная деятельность конечно, тоже идет, да, да, и обучение в университете? С детства и до сих пор я занимаюсь бальными танцами в своем родном городе, и танцы мне никак не мешают, а даже наоборот помогают в учебе и в жизни. Во-первых, танцы — это физическая активность, это развитие гибкости, ловкости. Также танцы мне помогают развивать мою самодисциплину, творческое мышление, умение работать в команде, что очень полезно для учебы. Также психологически танцы способствуют снятию стресса, улучшению настроения и самочувствия. И самое главное — это уверенность в себе, что помогает при публичных выступлениях и презентациях. И в целом танцы, они дополняют учебу и мою повседневную жизнь, разбавляют ее, но и развивают вот эти все навыки, что помогает мне и в учебе, и в жизни, и помогут мне в дальнейшем в моей профессиональной деятельности. Да, действительно, дорогие друзья, не бойтесь развиваться, развиваться абсолютно в разных сферах, а самое главное — в сферах, которые вы любите и которыми вы хотите заниматься, и в которых вы хотите развиваться. Дарья, давайте с вами немного пофантазируем, да, вот сейчас у вас третий курс заканчивается, на будущий год уже выпускной, уже четвертый финальный курс. Кем вы себя видите в будущем где-то, ну, скажем, через 3-5 лет? Я себя вижу в будущем крутым специалистом в области пиар. Я буду стремиться создавать уникальные и запоминающиеся пиар-компании, которые будут не только привлекать внимание, но и вдохновлять и влиять на общественное мнение. Также это быть в центре коммуникаций и создавать стратегии, которые формируют долгосрочные отношения с аудиторией. Действительно, есть план, есть цель, есть стратегия, а значит, все у нас получится и все действительно сбудется. Дарья, сейчас наступает такой период, уже наступил, я бы даже сказал, да, у выпускников, они уже, кто-то сдал ЕГЭ, кто-то еще, кому только предстоит сдать единый госэкзамен. Довольно сложный период, да, в жизни каждого абитуриента. Какие напутствия вы можете дать тем, кто только хочет связать свою жизнь с высшим образованием? Выпускникам я, конечно же, желаю удачи, но также хочу пожелать помнить о важности образования и самообразования, ведь это ключ к успеху и росту в современном мире. Используйте каждую возможность для расширения своих знаний и навыков, и также помните, что успех — это не только достижение высоких результатов, но и умение быть счастливым и удовлетворенным в своей жизни, и стремитесь быть в гармонии во всем, что вы делаете, и не забывайте ценить каждый момент. Дарья, большое спасибо. Друзья, действительно, цените момент, цените каждую возможность и цепляйтесь за каждую возможность. И тогда все обязательно получится. Дарья, благодарим вас за столь приятный разговор и столь подробное представление вашей направленности, вашего направления деятельности. Дорогие друзья, буквально через одну минуту мы с вами встретимся и поговорим о грантовой деятельности и о молодежном движении. Не прощаемся. Рубрика «Глазами студента» продолжает свою работу.
Дорогие друзья, добрый день. Рубрика «Глазами студента» продолжает свою работу. Мы продолжаем знакомство с самыми яркими представителями Высшей школы социальных наук. И сейчас передо мной сидят две прекрасные дамы. Это Алена Тумановская и Анастасия Морозова. Девочки, привет. Это представители молодежного медиаресурса «Лун Фэмили». Ребята занимаются большим количеством молодежных проектов практически во всех сферах студенческой жизни, и не только студенческой жизни. Они выходят за пределы региона, они выходят за пределы, я бы даже сказал, России, участвуют в международных проектах, практически курируя и позиционируя себя как сообщество, которое действительно занимается не только медиа, но и большим, в том числе организацией под ключ мероприятий. Дорогие друзья, давайте начнем разговор, наверное, с вас, Алена, да? Алена, вы по ленте новостей в социальных сетях НГЛУ, да, один из самых ярких представителей, да, нашей молодежной среды. Расскажите, пожалуйста, вот, да, вот давайте начнем с момента, как вы только шагнули на порог ИНЯЗа 1 сентября, да? С чего все началось? Как вы... пройдя вот такой путь, да, с 1 сентября 2020 года, стали практически самым, как я уже сказал, ярким представителем студенческой молодежи, да. Расскажите буквально пару слов о вашем пути. На самом деле, я очень давно хотела поступить в НГЛУ, я знала, что я поступлю сюда, наверное, класса с шестого, и, в принципе, я пришла сюда из творческой школы и поняла, что мне не хочется быть студентом, который просто учится, сидит за партой и уходит домой. Мне хочется движения, мне хочется какого-то разнообразия, и, переступая порог в НГЛУ 1 сентября 2020 года, я поняла, что вот оно мое, потому что множество объединений, множество возможностей, и любая твоя инициатива, она поддерживается, тебя берут за руку и говорят, давай делать, это здорово. И на самом деле с первых дней у нас была адаптационная неделя, в которой нам все рассказали о том, что, где мы можем себя реализовать. И вы себя нашли как раз-таки в ресурсе Loon Family. Он уже тогда был, да? Тогда он только родился, и стать его частью получилось только через год. Я год наблюдала за этими яркими картинками, постами. И мне хотелось тоже прикоснуться к медиасфере, потому что изначально я хотела поступать на рекламу связи с общественностями, но туризм меня привлек больше, и поступила я туда. Но рекламу не хотелось отпускать и взять немножечко из нее. Алена, расскажите, пожалуйста, буквально пару слов, да, вот вы пришли, как вы уже сказали, на адаптационную неделю, неделю возможностей, где представлено больше 30, наверное, студенческих объединений, да, НГЛУ, потому что у нас большой практически кругозор практически во всех вообще сферах деятельности, да, а почему ваш глаз, так скажем, лег именно на Loon Family? На самом деле я, как я уже говорила, только через год пришла к этому объединению. Я пробовала себя в разных, на самом деле, каких-то объединениях, смотрела, изучала, общалась с ребятами, и в результате поехала на форум Лига НО, тогда он существовал весной первого курса, и там поняла, что именно сфера медиа меня интересует больше всего. И Loon Family стал моей семьей, на самом деле, и как бы меня это занесло даже до руководителя СММ-отдела. Руководителя СММ-отдела. А вы сейчас им являетесь, да? Уже Или уже передали полномочия? Да. Передали полномочия. Воспитала новое поколение. Абсолютно верно. Это самое главное, потому что наставничество действительно играет большую роль, да, в становлении в том числе вас как личности и помогает дальше развиваться, когда вы передаете свои знания уже новым поколениям. Алена, расскажите, пожалуйста, вот мы сейчас немного отойдем от темы СМИ, да. В Loon Family вы участвуете в большом количестве мероприятий, как мы в самом начале нашего разговора, да, обозначили, это мероприятие как городского, регионального, так и, можно сказать, мирового уровня, да, всероссийского уровня, международного уровня. Расскажите буквально вот в нескольких словах о самых крупных, самых престижных мероприятиях, в которых вам получилось поучаствовать. На самом деле, изначально на втором курсе я смогла попасть на Всероссийский форум «Студтуризм», да, по своей специальности, и вот тогда меня затянуло на большие крупные форумы. Это был Иволга, форум, в котором я участвовала в том году, это Всемирный фестиваль молодежи, как говорила уже Люба, и многое другое. И, конечно же, я участвую в многих проектах от Федерального агентства молодежи «Росмолодежь». И, конечно же, грантовые конкурсы.
Вот, на грантах как раз-таки мы и остановимся, да? Расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к этому, да? То есть вы начали интересоваться медиа. Безусловно, да, одно без другого не бывает, что грантовые проекты отлично это дополняют и позволяют вам развиваться и развивать ваше студенческое объединение, да? А расскажите, как вот, допустим, да, вот у нас сидят зрители. У зрителей есть идея, как вот с нуля, да, подготовить какую-то, даже я не скажу заявку, а реализовать какую-то идею, которая вот буквально только родилась в голове, ее нужно как-то оформить, как-то собрать. Как вообще это сделать? На самом деле возможности моря, и главное не бояться на самом деле поверить в себя и пытаться это что-то оформить как-то физически, потому что в мыслях это нематериально. Угу. Да, ты это оформляешь как лист бумаги, и у нас в регионе на самом деле есть очень много возможностей. Можно на Росмолодежи в пабликах найти какую-то информацию про грантовые мероприятия и в них поучаствовать как онлайн, так и очно. И также у нас множество на самом деле есть проектов, которые помогают людям написать гранты. Так что все в наших руках. Например, сейчас проходит форумная кампания от Росмолодежи. Это микрогранты до 100 тысяч рублей. Можно поучаствовать, да, попробовать такую маленькую инициативу реализовать, а потом уже замахнуться на что-то большее. И у нас региональный проект «Драйверы роста» также есть, где тоже можно поучаствовать уже на региональном уровне. И попробовать себя, насколько я знаю, там идет очная защита, да, да, в представлении собственного проекта и отстаивании своей точки зрения. Да, да, на самом деле только полдела подать заявку на грант. Нужно еще и правильно его преподнести и объяснить о том, что это очень актуально и важно, на самом деле, нашему обществу. Алена, я еще буквально остановлюсь на одном вопросе, да, про как раз-таки студенческое объединение Loon Family. Да, вот, предположим, у нас сейчас смотрят те, кто к нам придут учиться, наши ребята, наши абитуриенты, давайте их поприветствуем. Друзья, приходите. Вот, понимаю, что те, кто приходят на первом курсе, все мы с вами через это проходили, да, у них есть страх, какая-то, может быть, неопределенность, да, что множество объединений, глаза разбегаются, и, может быть, не все считают себя профессионалами и не являются профессионалами, да, в том же самом фотосъемке, написании постов, копирайтинге, медиасфере вообще в целом, да. Вот я пришел, да, хочу в Loon Family, как попасть туда? На самом деле у нас есть несколько этапов отбора, и важно, как профессиональные навыки, да, конечно, это важно, нужно собрать хоть какое-то портфолио, чтобы мы увидели, да, возможно, у вас не очень хорошая камера, но мы видим, что у вас есть какой-то особый вкус или взгляд, ну и также это ваш потенциал. То есть, как минимум, не побояться, заявить о себе и показать именно то, что у вас есть, это горит огонь, научиться чему-то новому, и мы с радостью, на самом деле, этому обучим, предоставим все возможности. Потому что лично я, на самом деле, когда пришла в Loon Family, я, ну, не умела работать в медиасфере, я не умела писать посты, допустим, или делать дизайны. Но сейчас я уже работаю в этой сфере и получает от этого большое удовольствие. Главное, вот этот потенциал и реализовать себя. То есть даже если вы подаете, например, заявку в наше объединение, важно представить хоть какое-то портфолио, чтобы люди, ну, которые будут рассматривать эту заявку, посмотрели, что у вас есть потенциал, или хотя бы его объяснить словесно. Ну что ж, действительно, Алена, вы абсолютно правы. Друзья, не бойтесь пробовать, не бойтесь пробовать себя в разных местах, и у вас обязательно все получится. То, что будет ваше, то как раз-таки у вас и получится. Ну что ж, мы переходим к Анастасии. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас приехали из другого города, да? Вы приехали из города Муром? Да. Из города Муром, это Владимирская область. Расскажите, пожалуйста, как вы из другого региона вообще узнали про НГЛУ, про возможности НГЛУ и стали студентом? Не побоялись приехать, да, даже в другую область? Ну, вообще, да, как я из маленького города, то есть у нас население не больше 150 тысяч. Впервые я услышала про НГЛУ от своего классного руководителя и также от репетитора по английскому языку, то есть они здесь обучались, они мне рассказывали об этом, то есть у них были только положительные отзывы, им все это нравилось, и они просто порекомендовали мне попробовать поступить сюда. Вот, после того, как я сдала ЕГЭ, получила результаты, я начала
искать информацию в интернете про вузы, и все-таки мне захотелось остановиться на НГЛУ, вот. И дальше я уже подала заявление в разные вузы, но оригинал все-таки я решила дать в лингвистический наш университет. Вы у нас обучаетесь на рекламе? Да, рекламе, связи с общественностью, коммерческой сферы. И как раз-таки уже закончили, да, бакалавриат, да, по этому направлению, с чем мы вас, безусловно, поздравляем. Спасибо. У вас ведь госэкзамен уже как раз-таки был, и да, гос, недавно? И защитдиплом тоже. И сдали вы экзамен? Отлично. На отлично. Поздравляем вас вместе с нашей аудиторией. Действительно, это очень значимый этап в вашей жизни, да, и уже переход на другой, абсолютно новый этап. Анастасия, расскажите, вот сейчас вы выпускник НГЛУ, да, давайте перенесемся в прошлое и вспомним вообще тот момент, когда вы только поступали. Вообще сложно ли было поступить, какие экзамены вы сдавали? И вот 1 сентября, вы тоже в 2020 году, да, поступали, 2020 года. Опишите этот день, какие были ваши эмоции, когда вы переступили порог, да, и вошли в стены нашего ИНЯЗа? Ну, вообще, хотелось начать чуть пораньше. Mm-hmm. Поступать было несложно, но немного страшно, потому что, во-первых, у нас был 20-й год, всем известный. Чуть-чуть у нас смещались сроки, и было непонятно, когда что делать, но в итоге, в любом случае, приемная комиссия нам помогла разобраться в этом. И уже когда были озвучены списки поступивших, мы с одногруппниками, с однокурсниками начали искать друг друга в социальных сетях, mm-hmm. мы создавали беседы, то есть мы уже находили друг друга, и уже к концу августа мы уже познакомились со своими одногруппниками до того, как нас представили друг другу. Вот, и у нас даже так получилось, что я тоже же я из другого города, и я жила в общежитии, то есть нас в одну комнату даже с моей одногруппницей заселили. Вот, это очень облегчает адаптацию, когда ты поступаешь в университет. Вот, если возвращаться с 1 сентября, то, помню, было очень, немножко, точнее, страшно. Мы приехали из общежития, утром у нас была торжественная линейка, было очень много номеров различных, как творческих, так и студенты предоставляли, показывали свои навыки в языках. Uh-huh. Вот, и дальше нас уже повели в сам университет, показали экскурсию, и преподаватели нам предоставляли мастер-классы по тому, какие есть у нас вообще языки, какие есть программы, и, то есть они очень горели глаза, информации было очень много в голове, и когда приехали уже обратно в общежитие, уснуть было тяжело. Ну, было страшно и было интересно, да, будем честны, наверное, да, это то, что практически у всех это абсолютно нормальное чувство и нормальное явление. Анастасия, давайте, да, теперь перенесемся еще на, получается, не знаю, год или не год вперед, Loon Family, да, вы стали представителем, так же, как и Алена, да, вы в один год пришли. От обычного участника, я бы сказал, да, действующего участника Loon Family до руководителя отдела по... Руководитель фото-видеоотдела. Фото-видеоотдела, да. Расскажите, как вы вообще познакомились, да, с Loon Family? Почему вы именно туда пошли? Я так понимаю, фотография – это хобби ваше еще со школы, наверное, было, да? Да. И как вы стали руководителем? Изначально вообще я узнала о Loon Family через паблик. То есть сначала я зашла в группу ВКонтакте НГЛУ, и там уже узнала про существование самого Loon Family. Я, как вы сказали ранее, фотограф со стажем, то есть за... В классе девятом я, наверное, начала фоткать. Mm-hmm. Это изначально было мое хобби, потом это уже начало перерастать в такое прибыльное дело. Вот, и я узнала то, что им, ну, то есть Loon Family требуются фотографы, видеографы там и так далее. И я попала в Loon Family только на момент, когда ему только существовало полгода. То есть они прям были малышами-малышами, и особо о нас никто не знал. Вот, в середине первого курса я поступила, мне понравилось, меня это затянуло, и это дало мне небольшой плюс, то, что у меня был опыт фотографом, и как только прошел месяц после того, как я поступила, и в 2021 году у нас был крупнейший, проходил фестиваль «Студвесна», и меня отправили, мне сказали, бери фотоаппарат, иди фоткай, и вот нас на протяжении 4 дней я ходила, снимала, это был вообще огромный опыт для меня,
Мне очень понравилось, вот. А если уже говорить, как я стала руководителем отдела, я не захотела останавливаться на фотосъемке, мне захотелось снимать видео, и я как-то развивалась, пробовала, то есть мы придумывали различные сценарии для написания, для снятия роликов, и просто я набивала руку, и как-то через год уже... Еще у нас в OneFamily просто есть такая тенденция, то, что у нас есть преемственность поколений. То есть у нас нет такого, что руководитель там задерживается на 3, там, на 4 года. Вот. Мы всегда даем возможность новому поколению показать себя, предоставить им возможность. И как бы, будучи второкурсницей, да, по-моему, или, да, второкурсницей, я стала руководителем отдела. То есть мы с Аленой прям одновременно стали. Я как раз-таки вот и видео делала на СММ. И все, и как-то пошло-поехало. И вот полтора года я пробыла руководителем. Анастасия, действительно, вот вы начали рассказывать про столь огромный опыт, да, участия в всероссийских и международных проектах и фестивалях, на которые действительно трудно попасть даже в качестве участников, да, а вы в качестве представителя молодежного объединения OneFamily, да, с аккредитацией СМИ, я бы сказал, да, уже непосредственно у сцены и во всех, так скажем, закрытых местах, да, осуществляли фото-видеосъемку. А какие еще проекты помимо «Студ весны» в вашем портфолио? Так, «Студ весна», «Большая перемена», у нас несколько раз был в Нижнем Новгороде, были у нас еще крупные мероприятия с хором связаны, то есть мы тоже являлись официальными представителями СМИ. Какие у нас еще были? Твой ход. Да, твой ход, то есть нас тоже звали. И вот на протяжении вот этого накопленного опыта мы не только развивались внутри, но и старались показать себя в внешней политике. И нас стали узнавать, нас стали приглашать на любые региональные какие-то мероприятия, то есть там студент, ну, День студента, День молодежи, то День есть, России, да, День России, День города, да, да, как все крупные. И Столица заката также тоже, мы были почти на всех концертах, тоже все это освещали, и это круто, то, что вот за 3 года существования OneFamily мы настолько выросли, и это как что-то дозначит. Это не что-то значит, это заслуживает большого уважения, потому что действительно та работа, которую делает каждый человек, каждый элемент того двигателя, да, который вы вместе раскрутили и сейчас работаете над дальнейшим его ускорением, так скажем, да, продвижения, это действительно очень многого стоит. Анастасия, расскажите, пожалуйста, вот да, мы всегда видим, как вы, мы следим за всеми вами, да, за вашими успехами в соцсетях, очень часто видим ваши имена. Не мешает ли это учебе? Нет, не мешает. Наоборот, даже как-то, я думаю, это помогает, потому что этот опыт, который я набираюсь в OneFamily, и опыт, который я набираюсь в учебе, они как-то взаимосвязаны, то есть я могу одно применять на другом, и это помогает. То есть, например, даже взять какую-нибудь ситуацию, моя любимая кафедра попросила снять видеоролик. То есть промо-ролик про нашу кафедру, я спокойно подошла, мы все обговорили, я сняла. Никогда не было такого, что, например, если я уезжала на какой-то форум, и у меня там были пропуски за учебу, то я потом это спокойно все приезжала, сдавала, и наоборот, как-то преподаватели спокойно относились к этому, не ругали, и наоборот, только были рады, что мы участвуем в жизни университета не со стороны учебы. На самом деле у нас даже преподаватели стараются адаптировать нашу внеучебную деятельность под учебную деятельность. Например, у меня преподавательница писала мне о том, что «Алена, давайте вот этот проект ваш OneFamily подадим на такой-то конкурс или на такой, чтобы пополнить и вам портфолио», да, и как бы преподаватель хочет, чтобы мы реализовывались как можно больше, поэтому преподаватели очень сильно поддерживают всю нашу деятельность. Потому что, прежде всего, это тоже часть вашей специальности, да, на Высшей школе соцнаук, тем более на рекламе, связи с общественностью и туризме, да. И действительно, поддержка преподавателей, да, и тех людей, которые с вами работают, это наиболее важный, я бы даже сказал, фактор, потому что когда заинтересован тот человек, который вас курирует, да, вот опять же о наставничестве говорим, это приводит к успехам как того человека, который курирует, и тех, кого он курирует. Анастасия, расскажите, пожалуйста, да, сейчас буквально мы переходим, опять переносимся, да, во времени в окончание вашего обучения, да, сейчас вы уже сдали экзамены.
И, по сути, открывается перед вами мир по-новому, да, с дипломом на руках, с новыми возможностями. Каковы ваши планы на ближайшее будущее? Планы, во-первых, я не хочу останавливать свою учебу, я хочу также поступать в магистратуру. Тоже я думаю, что поступлю на рекламу, но более углубленную. То есть мне понравилось это направление, я хочу как бы обучаться этому дальше. Вот. А что касаемо работы, то да, я хочу работать по специальности, мне это прям очень откликается, потому что я сама человек творческий, и это прям мое. Вот. Как бы я сейчас уже могу себя назвать дипломированным специалистом и уже активно в поисках работы, чтобы показать свой потенциал, раскрыть его, и опыт тот, который я набрала в университете, хочется показать, и, ну, то есть чему я научилась, показать на работе. Анастасия, спасибо вам большое. Девочки, ну что ж, давайте вместе посмотрим в ту камеру, которая нас с вами снимает крупным планом, и дадим пару напутственных пожеланий от каждой из вас, да, тем, кто только сейчас встает на порог, может быть, выбора, я бы даже сказал, да, выбора своей дальнейшей судьбы, своего дальнейшего направления, перспективного направления и своей профессиональной траектории будущим студентам МГУ. Друзья, верьте в себя, верьте в свои силы, у вас обязательно все получится, и не дайте никому усомниться в ваших качествах. Вы молодцы, у вас все получится. Да, и главное, не бойтесь, и то, что можете вы, не может никто другой. Действительно, мне запомнилась фраза Ануши Таян, мы с ней встречались в рамках эфира с Высшей школы перевода, она сказала такую фразу: «Не бойтесь бояться». Это самое главное, потому что это абсолютно нормально, но вместе со страхом не бойтесь пробовать, потому что именно методом проб вы выстраиваете свое дальнейшее успешное профессиональное будущее. Ну что ж, девочки, большое вам спасибо за такой потрясающий рассказ о вашей истории, которая только начинается, о вашей судьбе, которая сформировалась в стенах НГЛУ. Дорогие друзья, на этом наша рубрика «Глазами студента» заканчивается, но неделя Высшей школы социальных наук продолжается, и уже в пятницу мы с вами увидимся на мастер-классе от специалистов Высшей школы социальных наук. Ну что ж, дорогие друзья, там вы как раз-таки сможете попробовать себя и свои силы в профессии рекламщика или, может быть, туристического менеджера. Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами. Поступайте в НГЛУ, поступайте на Высшую школу социальных наук. До новых встреч. Пока-пока.